И вы знаете, то, о чем я буду говорить сегодня, на самом первом собрании, я понимаю, что праздники были, понимаю, что вы сидели за столами, праздновали, дарили друг другу подарки, немножко такое настроение у всех, может быть, кто-то до сих пор еще не может отоспаться за бурно проведенную в празднике новогоднюю ночь. Но тем не менее, вчера Господь вложил мне в сердце говорить на очень серьезную тему, очень важную тему. И я чувствую, что важность этой темы из года в год, особенно для верующих, особенно для нас, возрастает. Сразу скажу, что тема болезненная. Болезненная для всего человечества эта тема. И я хочу вместе с вами вначале открыть Псалом 48. И прочитаем здесь несколько стихов, начиная с 11. И вот псалмопевец пишет: «Каждый видит, что и мудрые умирают, ровно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают». Вы знаете, вот в нас заложено какое-то вот желание, стремление в нашей плоти вот как-то вот прославиться, как сегодня говорят, хайпануть, стать известным, вбить свое имя в истории, чтобы знали о тебе, чтобы помнили о тебе. Вот, вот так вот прославиться, как говоря словами Александра Сергеевича Пушкина: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». И у нас почему-то есть такое ощущение, что нам дана земная жизнь, чтобы построить себе памятник нерукотворный, чтобы ты ушел, а все вспоминали: «А помните Виктора Судакова? О-о-о-о!» И вот чтобы помнили поколение о тебе, вот что-нибудь такое сотворить, достичь, стать успешным, чтобы помнили потомки о тебе, вбить свое имя в историю. И не случайно вот порой, там, когда какие-то строятся соборы, храмы, говорят, что можно как бы пожертвовать, у тебя будет именной кирпич, тебя уже не будет на земле, а через 200-300 лет люди придут и прочитают: «Федя Иванов». Может, да, Федя Иванов был одним из тех, кто пожертвовал на этот храм. А еще лучше не кирпич, улицу, чтобы назвали твоим именем, да? Улицу. Или даже не улицу, проспект. Представляете? Проспект Судакова, да? В Екатеринбурге. Через 200-300 лет. Кто этот Судаков? Кто там, как сегодня у молодежи спроси, кто такой Сакко Иванцетти, да? Два человека или один человек? Как эти, ну, Розу Люксембург как-то помнят в связи с 8 марта, да? В связи с Карлом Липнехтом, у нас же улица, все. Но конкретно чем занимался Карл Липнехт, уже мало кто помнит, да? И вот, но все равно вот внести. А может даже удастся, как вот написано, да, земли называют своими именами, назвать именем город. Вот чтобы город назывался Судаковск. Да, вот представляете, город, и все люди приземляются, аэропорт Судаковска встречает вас, садятся там. Вот было бы здорово. И мудрый псалмопевец пишет: но человек чести не прибудет. Кажется, вот уже, ну уже город назвали твоим именем, да? Уже куда же больше? Уже все прославился на века. Уже у рожденных в этом городе в свидетельствах будет написано твое имя, твоя фамилия, да? Вот, куда же более известно. Но мы видим, как быстро меняется время, как быстро меняется, да,
настроение, и человек в чести не прибудет, да? И города переименовывают снова, то туда переименуют, то обратно переименуют, да? Помните, у нас были какие города? Не так давно еще в нашей стране, там, Куйбышевск, да? Какой сейчас это город? Самара. Или, помните, был такой город Брежнев? Был такой город Брежнев. Сейчас как называется? Набережные Челны. Не осталось у нас Брежневцы. Да? У нас и город был, и Андропов был город, и Калинин был город. Сейчас как называется Калинин? Знаменитая есть песня у Гребенщикова «По пути из Калинина в Тверь». Калинин сейчас стал опять Тверью, да? Вот. Ну и что говорить, мы сами с вами живем в городе. Я вот родился в городе, который назывался, в год моего рождения еще назывался Свердловск. Сейчас каким-то образом я живу в другом городе. То есть город-то тот же, но название другое. Название другое. Что сейчас знает молодежь Екатеринбурга о Якове Свердлове, неизвестно. Но все равно, вроде бы, мы видим, да, уходят герои, уходят политические лидеры, все меняется, времена меняются. А вот это желание, оно же ведь не с советского времени появилось, не у Брежнева, не у Андропова первых вот такое желание возникло. Оно в нас живет. Одно из моих любимейших мест в нашей классической литературе — это момент в пьесе Гоголя «Ревизор», когда уже Хлестаков, которого все приняли за важного человека из Петербурга, уже готов уезжать, и вот к нему приходят, там деньги ему дают, какие-то просьбы дают. И вот я вот специально маленький отрывочек прочитаю, когда Хлестаков принимает Бобчинского. И вот Бобчинский, обращаясь к Бобчинскому, Хлестаков говорит: «Но не имеете ли вы чего-нибудь сказать мне?» Бобчинский: «Как же, имею очень нижайшую просьбу». «О, о чем?» «Я прошу вас, покорнейший, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам, адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите, живет Петр Иванович Бобчинский». «О, очень хорошо, скажу». «Да, и этак и государю, если придется, то и государю скажите, что вот, мол, ваше императорское величество в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский». И вы знаете, вот, и вот кажется, а зачем? А зачем? Ну вот узнает император или вельможи, или сенаторы. Ну и что? А вот как-то вот, вот как-то вот... Вот не знаю зачем, а нам хочется. Почему? Знаете, в Библии заложены не просто истории. Истории библейские – это некие коды, коды, которые мы можем прочесть в человечестве. И один из важнейших кодов записан в 11 главе книги «Бытия», когда говорится о том, как люди, помните, собрались для одной цели – построить башню до небес. Знаменитое строительство Вавилонской башни. И смотрите, Бытие, 11 глава, 4 стих. Что же они говорили при этом? А вот что сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Мы знаем, что там произошло. Бог смешал языки, башню они не достроили. Наоборот, сегодня мы теперь слабо понимаем другие народы, если не изучаем их языков, конечно же, да? Но вот на этом стоит, тем не менее, наша цивилизация. И имя нашей цивилизации одно – Вавилон. Мы живем в этом Вавилоне, мы пропитаны духом Вавилона. А главный дух Вавилона – это сделать себе имя. Вот сородить что-то такое, построить такое и сделать себе имя. Причем, вы знаете, не так важно какие-то детали, какие-то нюансы, достоин, недостоин. Главное – прославиться. Ну, как помните, у Чехова попал под лошадь, а во, в газете напечатали, прославился. И мы видим через всю Библию, знаете, чем более
Негодный человек, тем больше желание запечатлеть свое имя, сделать известным себя. Вот, например, если мы откроем первую книгу Царств, 15 главу, помните, только что в Израиле воцарился первый царь, красавец, высоченный, статный Саул. И вот первое сражение первого царя. Пророк Самуил сказал царю: «Только не занимайся мародерством. Вся добыча должна быть уничтожена. Не забирай ее себе». Саул сказал: «Да, конечно же, я так и сделаю». И уничтожил часть добычи. А лучшее, там скот, животных лучших, оставил, забрал себе. И вот смотрите, 1 Царств, 15 глава, 10 стих. «И было слово Господа к Самуилу такое». То есть пророк Самуил услышал слово от Господа. «Жалею, что я поставил Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь. И встал Самуил рано утром, и пошел навстречу Саулу, и известили Самуила, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник. И сошел в Галгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». Вы знаете, вот фантастическое самодовольство, самолюбование. Я понимаю, оно заложено в нашей плоти. Мы как бы с детства. Вот, но чем более зрелые мы, тем больше мы как-то должны меняться. Это вот у нас мы, сейчас же выходные дни, мы там всякие видяшки смотрели, и наш сынишка маленький сидит, смотрит какие-то семейные домашние видео, увидел себя, смотрит, и такой говорит: «Как же я себя люблю». Фантастическое вот это вот. «Как же я себя люблю». И мы вот вырастаем вот с этим: «Как же я себя люблю», да? Ну уж чье имя достойно прославиться в веках? Ну, очевидно, чье. Кому строить памятник, как не себе? Ну, очевидно же, себе, да? Вот на что нужно потратить свои силы. Саул в первом же сражении не послушался Бога. Бог благословил его, дал ему победу, а он, тем не менее, занялся мародерством. И он не только не понял, что он нарушил Слово Божье, он был абсолютно убежден, что он все исполнил, да так исполнил, что и памятник не грех себе поставить. Пошел и поставил памятник. И вот идет пророк, чтобы обличить царя, а царь полон иллюзий. Какой же он молодчинка. Просто красавчик. Все сделал, победил. Да еще успел и памятник себе построить на центральном прям площади. Ну, молодец такой, да? А что сказал пророк, помните? Да, ты исполнил волю Божью. А что это твое, я слышу? По-моему, ты должен был уничтожить всю добычу. Ну и тут, знаете, начались у него увертки. Вот очень интересно, чем меньше мы исполняем Божье предназначение, чем меньше мы послушны Богу, тем больше нам хочется возвеличить себя. Связь есть. Другой герой Ветхого Завета, сын Давида, Соломон. Помните этого царя, да? Вот прочитаю вам тоже из Ветхого Завета вторую уже книгу Царств, 18 главу, 18 стих. «Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: нет у меня сына, чтобы сохранил память имени моего, и назвал памятник своим именем, и назвал он памятник, и называется он памятник Авессалома до сего дня». Вы знаете, как будто люди больше озабочены не исполнением своего призвания на земле, а прославлением своего имени. Ведь на сегодняшний день, когда мы
с вами, читая Библию, вспоминаем Авессалома. Он у нас с чем ассоциируется? У нас тут, да, вот Иуда ассоциируется с чем? Предатель. Авессалом с чем? Тоже предатель. Коварный, да? Хитрый. Тот, кто пытался своего отца обмануть. Вот, то есть ни с чем хорошим. Потому что жизнь-то была гаденькая, будем честны. Но при этом этому человеку было чрезвычайно много дано. Но он переживал как бы вот памятник, чтобы помнили о нем. Ну, помним мы о нем. Я не думаю, что он такой именно памяти хотел, как у него сегодня есть. Лучше вообще, по-моему, никакой памяти, чем такая. И можно много примеров приводить, и не только из Ветхого Завета. Но знаете, что интересно? Если бы все было только так, это было бы чрезвычайно печально. Но есть и другие примеры. Вы знаете, мы некоторое время назад снова с супругой стали слушать пластинки. У нас появился проигрыватель, точнее, у моей супруги появился проигрыватель. И у нас остались старые коллекции пластинок. И одна пластинка, которую я помню еще с детства, включали, вот у бабушки на ее патефоне включали. Я думаю, у некоторых эта пластинка была. Это лютневая музыка 16-17 веков. Помните такую пластинку, может быть, некоторые из вас? Вот обложка этой пластинки. И я специально хочу включить первую прямо композицию с этой пластинки. Первую композицию с этой пластинки. Я думаю, некоторые должны ее узнать. Такой многим забытый шум иглы сейчас будет. Узнаете? Можно потише чуть-чуть сделать? Эта пластинка была записана советским музыкантом, гитаристом, лютнистом Владимиром Вавиловым в 1970 году. Она была издана впервые. И вы знаете, эта пластинка была чрезвычайно популярна, поэтому есть немало изданий ее. Ее много-много раз фирма «Мелодия» переиздавала с разными конвертами, но это вот самое первое издание, которое у нас осталось еще с детства, самое первое издание. И, конечно, мы узнали эту музыку. И что интересно, вот можно показать вот саму пластинку? Вот посмотрите, первое произведение – я включил, там написано, что это Франческо да Милано, это итальянский музыкант, композитор 16 века. И называется «Канцона и танец», «Сюита для лютни», «Канцона и танец». И что интересно, что когда эту музыку услышал петербургский поэт, драматург, переводчик Анри Волхонский, кто на эту музыку, как раз можно фотографию показать, Анри Волхонский, он не так давно ушел в вечность, он решил на эту музыку написать слова и написал знаменитый для каждого из нас текст «Над небом голубым есть город золотой». И вот этот текст стал известный его друг Анри Волхонского, который, кстати говоря, Алексей Хвостенко, он родился в нашем городе, в Свердловске. В 1940 году он родился в Свердловске. И он тоже был драматург, тоже был таким поэтом, авангардистом. Вот. И он был первым исполнителем этой песни, первым, кто исполнил эту песню.
Но в 80-е годы, конечно же, мы эту песню немножко в измененном варианте «Под небом голубым есть город золотой» мы узнали в исполнении Бориса Борисовича Гребенщикова, который в свое время на одном из спектаклей в петербургском, в ленинградском тогда еще театре услышал эту песню, ну и исполнил ее, исполнил в таком культовом фильме 80-х годов, который назывался «Асса». И сегодня, безусловно, ну, эта композиция, она известна, она переведена на разные языки. Эта песня стала знаменитой. И все дело в том, что музыковеды, специалисты пытались найти у Франческо да Милано это произведение. Но как они ни старались, не могли найти. А потом, когда стали анализировать эту музыку, то пришли к выводу, да не могла она быть написана в XVI веке. Не могла быть написана в XVI веке. Очень интересно, на этом диске есть еще одна композиция. Можно вот еще покажите сам диск? Вот, и если канцона и танец здесь приписаны Франческо да Милано, то есть третье произведение, которое называется «Аве Мария». И здесь написано вообще неизвестный автор XVI века. Интересно, что в дальнейшем, в 70-е годы, когда эту «Аве Марию» переиздавали уже на других пластинках, то там было написано уже имя композитора. И приписывали это произведение Джулио Качине. Качине. Знаменитое тоже произведение. И я специально попросил мою супругу спеть начало этой «Аве Марии», хотя она есть на пластинке, это третье произведение, но настолько стала «Аве Мария» Качини популярной после этого, да, что ее стали исполнять многие звезды оперы, там Андреа Бочелли, у многих сегодня вы в репертуаре найдете вот это произведение «Аве Мария».
Спасибо. Давайте поблагодарим дядю. Спасибо, дядя. Вы знаете, существует много разных музыкальных произведений «Авы Мария». Это, наверное, одно из самых известных. Но что интересно, опять-таки, когда искусствоведы пытались найти у музыканта и композитора 16 века Качини это произведение, то найти не смогли. И опять музыковеды стали это исследовать и сказали, да нет, там так построена музыка, что не могла она быть написана ни в 16 веке, ни в 17 веке. И оказалось, что оно впервые появилось вот на этой пластинке, до этого и не существовало. А потом уже ее услышали, где-то в 90-е годы вот эта знаменитая «Ава Мария» стала триумфально исполняться по всему миру. И позже оказалось, что практически все музыкальные произведения на этой пластинке были написаны самим вот этим лютнистом, гитаристом Владимиром Вавиловым. Только два произведения здесь не его, «Зеленые рукава» и еще одно. Все остальное было сочинено им. Оказалось, что он был не только музыкантом, но еще и композитором. И возник вопрос, а почему же? Почему он свои произведения, свои музыкальные произведения на этой пластинке приписал либо неизвестным авторам, либо каким-то малоизвестным авторам? А все дело в том, что у Владимира Вавилова не было высшего музыкального образования, тем более не было композиторского образования. Он был музыкант, он окончил училище, он много занимался, он был таким самоучкой и сам осваивал лютню. Из каких-то наград он только в 1957 году, когда в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, он там участвовал в музыкальном конкурсе. Интересно, он сам ленинградец, он из Ленинграда на товарных поездах приехал в Москву, у него почти не было денег, ночевал в сквере у Большого театра и там выступил и получил вторую награду, серебряную премию. И говорят, он так отлично играл, что он бы и золотую получил, но у него музыкальный инструмент был невысокого качества, а так бы он много больше мог бы получить. И вот этот музыкант, во многом самоучка, он понимал, что никогда государственная фирма грамзаписи «Мелодия» не выпустит произведение никому неизвестного композитора, да к тому же еще без специального музыкального образования, да к тому же в советское время, внимание, да, где поется «Аве Мария». И что он решил сделать? Потому что для него было намного более важно не прославить свое имя, а донести до людей музыку, которая была в его сердце. Он убрал свое имя со всех произведений, приписал либо каким-то малоизвестным итальянцам, либо вообще неизвестным композиторам, лишь бы музыка его звучала. И сегодня эта музыка звучит, а некоторые произведения стали просто всемирно известными. Я недавно читал интервью с дочерью Владимира Вавилова, Татьяной, и она вот в этом интервью сказала такие слова, послушайте. Отец был уверен, что сочинение безвестного самоучки с банальной фамилией Вавилов никогда не издадут. Но он очень хотел, чтобы его музыка стала известна. Это было ему гораздо важнее, чем известность его фамилии. Вот вы знаете, очень интересно, я не знаю, до сколько Владимир Вавилов был христианином. Я знаю, что немало людей в советское время как бы тайно исповедовали христианство. Я не знаю насчет него, но это совершенно христианский дух, когда для тебя важнее не свое имя прославить, а донести до людей то, что Бог вкладывает в твое сердце. Я когда читаю биографию Владимира Вавилова, то знаете, у меня всегда возникает в голове вот знаменитые строки Бориса Пастернака. Помните? «Быть знаменитым некрасиво,
Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов и окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать и должен ни единой долькой не отличаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца. И вот вы знаете, вот эти строки, они вот воплощаются в жизни, когда у человека есть миссия, у человека есть призвание, и он направляет все силы, всю свою энергию для того, чтобы исполнить миссию, которая свыше возложена на него Господом, а не прославить себя. Не сделать свое имя известным, просто пшиком, как сегодня огромное количество каких-то пшиков, каких-то фриков, которые все знают, но о которых ничего сказать-то почти нельзя. Не случайно, смотрите, апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 4 глава, первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, с 9 стиха, Павел пишет верующим такие слова. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляю же вас, братья, более преуспевать, послушайте, и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делая свое дело и работая своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Вот оно призвание – не шуметь о себе, не пытаться трубить о себе, исполняя свою миссию, исполняя своими руками свое призвание, свое предназначение. «Ну ведь они же не знают обо мне, какой тут великий человек это великое предназначение исполняет». Это не христианство, чтобы все знали о тебе. Павел говорит, чтобы жить тихо. Здесь еще один тоже яркий пример. Мы некоторое время назад, несколько лет назад, даже целый фильм смотрели об этом человеке. Называется этот документальный фильм «В поисках сахарного человека». Помните, молодежь, мы смотрели? В нем рассказывается о музыканте Сиксто Родригес. Сиксто Родригес, слава Богу, до сих пор жив. И вот он, как многие молодые люди, в конце 60-х, начало 70-х, играл на гитаре, писал песни. И даже в начале 70-х годов Сиксто Родригес записал 2 музыкальных альбома. Продюсеры говорили, что у него талант не меньше, чем у Боба Дилана, и он станет моментально известным. Но как-то вот не пошли эти альбомы. Потом и фирма грамзаписи, где он записывался, разорилась. И никто о нем в США, а он же сам из США, живет в городе Детройт, никто так и не узнал об этом человеке. Но оказалось, что эти записи каким-то образом оказались за пределами Америки. В Австралии, в Новой Зеландии и в ЮАР, в Южноафриканской Республике. И в ЮАР в то время, это 70-е, 80-е годы, да, 90-е, борьба с апартеидом. И там оказалось, что у них было несколько, а мы помним сами, мы были в Советском Союзе, да, когда то для нас музыкальные какие-то группы, там Beatles, да, это же была не просто музыка, это была какая-то вот идеология западная. И для них точно так же. Они хотели свободы в ЮАР, и они слушали там Rolling Stones, Simon & Garfunkel и Сиксто Родригеса. Они считали, что это музыкант на уровне Rolling Stones, Beatles, Пола Саймона. Такой же известный музыкант.
Только о нем почему-то ничего не известно. Rolling Stones до сих пор исполняют, Боб Дилан до сих пор. И тогда у них там в ЮАР родилась легенда, что, наверное, он покончил с собой, да, он покончил с собой прямо на сцене, он застрелил себя в начале 70-х из пистолета. И многие борцы с апартеидом в ЮАР, они говорили, что именно песни Сикста Родригеса вдохновляли их бороться за свободу, бороться их, вдохновляли бороться за равенство. А потом они с удивлением узнали, что, оказывается, Сикста Родригес не умер, не застрелил себя, а он жив. И он, оказывается, в начале 70-х, записав 2 альбома, прекратил заниматься музыкой серьезно. Начал строителем, работал своими руками, там в Детройте даже куда-то пытался баллотироваться, правда, не очень успешно. Но прожил вот жизнь и до сих пор живет. Они узнали, что тот певец, чьи песни их вдохновляли на борьбу, на свободу, жив, здравствует, в Америке. Не занимается музыкой, и никто о нем вообще не знает. Не знает. И тогда, в 2012 году, вот был снят фильм «В поисках сахарного человека», и там показали, что когда узнали, то потом Сикста Родригеса пригласили и в Австралию, и в ЮАР пригласили. И там он выступал на стадионах. Но что интересно, потом, когда общались с Сикстом Родригесом, оказалось, что он так и остался обычным человеком, и вот эта обрушившаяся на него слава как-то не сильно его и изменила. Он все деньги с этих концертов отдал своим родным, просто он себе ничего не оставил и продолжил жить в своем довольно бедном домишке на окраине Детройта. До сих пор он так живет. С ним разговаривали, говорили: послушайте, тут ваши диски стали бриллиантовыми в ЮАР. Там миллионы, они же куда-то ушли, нужно найти, вы сейчас можете разбогатеть. А ему это не надо. Ему это оказалось неинтересно. И он махнул рукой, он говорит: главное, что мои песни оказались кому-то нужным и что-то совершили. Ну, а то, что мое имя, то, что меня там никто не знает, в Америке в той же, для него это не имело значения. Вы знаете, я вот смотрю иногда вот на таких людей, как Сикста Родригес, и думаю, по сути, вот мы, христиане, мы должны быть такими, то есть людьми миссии. Для нас важно, что наше служение, наше творчество, наши проповеди, что они совершат. А насколько мы станем известными? Неужели ради этого нужно стараться? Но я вижу сегодня, как в христианском мире все стараются назвать служение своим именем, там, Виктор Судаков Министри, чтобы прославиться, чтобы стать известным, чтобы продвинуть себя. Ведь они называют земли своими именами. И мы забываем знаменитые слова из притч. Помните, как есть много меда? Что это? Плохо, так и домогаться славы не есть слава. Когда мы домогаемся всеми путями, как говорил Пастернак, позорно, ничего не значит быть притчей на устах и всех. И вот поэтому Павел-то и говорит: усердно старайтесь, чтобы жить тихо, делая свое дело и работая своими руками. Знаете, это еще не все, потому что, по сути, нам кажется, что это так здорово, прославиться, твое имя становится известным. Как это круто, как это круто. Все тебе говорят, как это круто. Нам так кажется, потому что мы с вами живем в иллюзиях, созданными нашей плотью. Потому что вот история про Сикста Родригеса, она ведь не совсем закончена. Там есть еще небольшое продолжение, которое вот я тогда не рассказывал нашей молодежи, потому что я тогда об этом не знал, а вот недавно я узнал. Оказывается, вот этот фильм в 2012 году «В поисках сахарного человека», который как бы и раскрыл для мира историю про Сикста Родригеса, был снят режиссером, шведом Малик Бенджелуль.
Малик Бенжелуль. Неизвестный человек, неизвестный режиссер, швед, который захотел снять мало кому известный фильм, а никому неизвестном каком-то Сикста Родригесе. Никто ничего не знал. Он даже снимал на пленку сначала этот фильм, а потом эта пленка, ну, хорошая, кинематографическая, закончилась. И он доснимал на айфоне, там специальную программу поставил, которая имитировала профессиональную пленку. И доснял этот фильм. И этот фильм, который он снял в 2012 году, получил Оскара в категории документального кино. Этот человек, этот режиссер Малик в один момент стал известнейшим человеком. На него посыпались многомиллионные голливудские контракты. Посыпалась слава, посыпалась известность. Открылись огромные возможности. Не нужно больше на айфон доснимать, потому что пленка кончилась. Его имя стало известным. Этот человек впал в депрессию. Через 2 года после получения Оскара он шагнул в подземке Стокгольма под поезд и кончил жизнь самоубийством. Не пережил режиссер фильма такой величайшей известности, такой славы. Вам на самом деле кажется, что это так важно, что это так здорово, что это так благословенно? Вы знаете, часто жизнь показывает, что мы счастливы, когда мы делаем свое дело. И не важно, насколько там оно распиарено, но когда ты делаешь то, к чему призван, а потом, когда вокруг этого начинает создаваться какая-то аура, какая-то шумиха, какая-то слава, кажется, вот здорово, но очень часто это не помогает так, как нам кажется. Я вот прославлюсь, еще больше смогу сделать, еще больше прославлюсь, еще больше могу сделать. А часто это выхолащивает творчество. Люди, прославившись, уже так и не могут ничего сделать достойного, просто эксплуатируют свою прошлую славу, эксплуатируют свою прошлую известность. Поэтому знаменитое имя – это далеко не всегда благословение, как кажется нам порой с первого взгляда. Более того, если мы с вами все-таки будем говорить о Слове Божьем, о Священном Писании, то в книге Откровения, 2 глава, 17 стих, знаменитые послания к 7 церквам, в каждом послании Бог обещает победителю, верующему, который живет победоносной жизнью, определенное обетование Бог дает. И вот здесь очередное обетование, Откровение, 2 глава, 17 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Бог обещает 3 вещи тем христианам, которые будут побеждать. Побеждать грех, побеждать плоть, побеждать мир. Первое, да, это сокровенная манна. Как Иисус говорил: «Отцы ваши ели в пустыне манну и умерли, но я вам дам хлеб с небес. Кушающего будет жить вечно». Помните? И мы знаем, что да, это небесная сокровенная манна. Это наш Христос. Дальше Бог обещает, помимо манны, белый камень. В древности, часто когда голосовали, то бросали камушки. Во время суда, так, кстати говоря, Сократ был осужден, бросали камушки. Белый камушек – оправдание. Черный – осуждение.
Вот белый камень он получает, то есть оправдание. Но, не, но даже это еще не все. В древности порой, там же не было этих билетов, там на праздники, на пиршества, на какие-то мероприятия часто были пропуск, это вот выдавали какие-то красивые белые камушки. Мог зайти по этому камню. Точно так же Господь нас ждет на брачный пир. Но это еще не все. Здесь написано, что на камне будет написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Имя является выражением индивидуальности, характера. Интересно, что в греческом языке есть два слова, которое переводится как «новое». Первое слово «неос», греческое слово «неос». «Неос» означает «новый по времени». Вот, например, «Новый год». Вот был 20-й год, сейчас 21-й год. «Неос» — «Новый год», чисто по времени. Но было еще одно слово у греков — «кайнос». «Кайнос» означало не просто «новый по времени», но «новый по качеству», то есть такой новый, подобного которому до этого не было. И вот здесь стоит новое имя «Кайнос». Мы почему-то считаем, что наша личность, она там в будущем так и будет существовать. Почему мы так считаем? Наша личность, она, безусловно, связана с нашим именем. Я вот Виктор Судаков, вот моя личность, там какие-то мои склонности, какие-то там таланты, какие-то плюсы, какие-то минусы. Когда говорится о новом имени, то это означает, что будут фантастические изменения. Мы не можем представить, какими они будут. Как апостол Павел написал, говорит, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Мы не можем представить, что там будет. Но мы можем по маленьким крохам, которые нам показаны в Слове Божьем, понять. Немножко, как будто вот в эту приоткрытую щелочку чуть-чуть заглянуть. И одно вот из этих вещей, которые Бог нам показывает, там у нас будут другие, новые имена. Как они будут связаны? Какое там будет трансформация нашей личности? Я не знаю, но я знаю одно. Значит, мы не будем больше ассоциированы вот с этими нашими старыми земными именами. Мы получим новое имя. И всегда, когда вот этот знаменитый происходил, да, кайнос, обновление имени, мы видим в Библии примеры этого. Даже уже в земной жизни есть качественные изменения, когда Авраам стал Авраамом. Авраам, что в переводе означает «отец множества». Или Иаков. Кем он стал? Израилем. Божий князь, да? Израиль. Или в Новом Завете Симон, апостол. Кем стал? Кифой. Камнем стал. То есть изменения имени показывали трансформацию в человеке. Не просто вот было столько лет, стало ему столько лет. То есть возраст поменялся, а трансформации нет. А здесь же внутренние изменения. И даже если мы видим в земной жизни, новое имя свидетельствовало о таких фантастических переменах, что будут означать новые имена, которые Бог даст победителям на белом камне, камне оправдания, камне пропуска на небесный пир. И не только в книге Откровения, задолго до этого пророк Исаия писал, Исаия 62 глава, 2 стих, «И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». Стоит ли стараться так продвигать и возвеличивать свое имя? Не лучше ли сосредоточиться на своей миссии? Вот куда направить свою энергию, свои силы. Я понимаю, мы живем во время пиара. Да, говорит, есть не всякий пиар черный, есть и хороший. Окей, хорошо.
Но вы действительно считаете, что это сделает вас счастливее и поможет исполнить Божью волю, а? Сколько примеров, когда без всякого имени, no name, великая работа совершалась. И я абсолютно убежден, что когда мы окажемся на небесах, мы увидим во славе личности, о которых вообще ничего не знали на земле. И не слышали даже. И наоборот, много известнейших имен. Там вообще ничего, никакой памяти не останется. И когда я помню, там приезжали некоторые служители, говорят, пастор, говорит, а вот ты кто? Ты апостол, ты епископ, ты пастор, как вот? И многие, ну кто же я? Надо правильно себя назвать. Я апостол. Нет, я епископ. Нет, там, я еще кто-то такой. Один мне подошел к попоне, приехал, говорит, пастор, ты не просто пастор, ты апостол, ты должен об этом говорить. У вас же разные церкви тут. Я смотрю на него и думаю, а какая разница в этом имени? Как меня называть? Пример, который мне в свое время показал Господь про яблоню. Да не важно, какая табличка на яблоне. Качество яблони определяется ее плодами, а не табличкой, что на ней висит. Когда вы вкушаете хорошие яблоки, а там, положим, табличка ива, это вам помешает наслаждаться яблоками? Нет. По плодам их, не по именам их. По плодам их узнаете их. И с другой стороны, если, например, на иве написать табличку «Самое лучшее яблоня со самыми вкусными яблоками, апостольское яблоня». Но там нет яблок, там нет плодов. Отсутствие таблички у яблони не мешает ей плодоносить. Отсутствие славы нашего имени, красивых там каких-нибудь там народные, заслуженные, главные, переглавные, великие, развеликие, оно никак не влияет. Бывает наоборот даже и влияет в минус. В минус. Я помню, когда вот этот был момент, когда ко мне, пастор, не унижай себя, зачем ты называешь себя пастором, у тебя там такое служение, надо вот прям называться епископ, вот так надо называться, вот такое надо имя брать, важное имя, не унижай, там, Божье призвание унижается не именем, а когда ты его не исполняешь, вот оно чем унижается, вот оно чем унижается, а не как ты там назовешь. Помню случай из своего школьного детства, как там нам давали задание на одном из предметов написать про каких-то ученых известных. А я в детстве любил изучать биографии людей, как-то мне это нравилось. Я очень любил читать биографии, разных ученых любил читать биографии. И я помню, написал задание, там нам все задания, пришел к одному своему знакомому, приятелю школьному. Он говорит, а я ничего не написал, я ничего не знаю, нет. Я ему говорю, знаешь, да не страшно, давай мы напишем вместе. Я много знаю, я вот одно написал, тебе про другого могу рассказать. Он говорит, давай. И мы начали с ним писать, и я стал писать, точнее, я стал диктовать, а он писать. Все написал, что я ему сказал. А я еще там рисунок нарисовал, что этого ученого еще изобразил. Потом оказалось, что эта работа, которую я написал для него, была самая лучшая в классе. Но там не было моего имени. Там было имя моего приятеля. Но когда ученица сказала, вот у нас написали самую лучшую работу, вот об этом ученом, и говорила имя и фамилию другого мальчика, я сидел, и вы думаете, я что, переживал, что ли? Что не я? Нет. Думаю, как классно я сидел. И у меня хорошо. У него еще лучше получилось. Не знаю почему, но так вышло. И вот когда мне рассказывали, там, ты кто, апостол, епископ, там, пророк, как тебя назвать, правильно? Я думаю, Боже, я не парился о своем имени в детстве. Сейчас-то что я парюсь? Сейчас-то что я переживаю? Как это назвать, что? Не будешь как ребенок, не войдешь в Царство Божье, думая о том, чтобы исполнить свою миссию. Потому что если ты будешь сильно переживать о популярности, о своем имени, о том, кто что о тебе скажет, ты не сможешь исполнить эту миссию. Помните, когда Иисус ходил, исцелял, там, кормил людей, тысячи.
тысячи за ним следовали. А потом он стал им говорить о том, что если они не будут есть его плоть и пить его кровь, то не будут иметь части с ним. И тогда написано, большинство не стало с ним ходить и говорили, какие странные слова, кто может это слушать. Я недавно, помню, сидел, читал Евангелие, читал 6 главу Иоанна, как раз вот это место. И вдруг, словно Дух Святой заговорил со мной. Он говорит, Виктор, вот помнишь, когда ты делал в 90-е годы там акцент на внешние вещи, что там с Богом у тебя будет это, и будет это, и будет это, и будет это. Как это людям нравилось, и как люди приходили. А заметь, сейчас ты не об этом говоришь, ты о каком-то никому невидимом богопознании говоришь. А что от этого богопознания? Какой толк? Как мне один сказал, ну ты о богопознании говоришь. А что у меня в карманах больше от этого богопознания становится? Я вдруг понял, что вот вещи о Божьих благословениях намного более интересуют людей, чем о самом Боге. Переживание получения Божьих благословений намного интереснее для людей, чем богоискание. И самые популярные служения и служители всегда на этом ставят акцент. А я же наоборот куда-то иду. И вот я читаю 6 главу и думаю, а вдруг точно так же и у нас? Все скажут, а зачем нам? Будем идти за проповедниками, которые могут, может, говорят об этих всех вещах. И чувство забилось сердечко. И словно это такой вопрос. Тебе что важно? Донести до людей имя свое? Или донести до людей то, что я вкладываю в твое сердце? Потому что, к сожалению, иногда это расходится. Не всегда, но частенько. Этот важный вопрос, который стоит перед всеми нами, перед каждым из нас, что для тебя важно, что для тебя существенно. И тут есть разные примеры. Есть Саул. Знаем его? Знаем. Есть Авессалом. Тоже знаем. А есть люди, которых мы узнали случайно, да, вот тот же Владимир Вавилов, Сиксто Родригес. Но это именно исключение, потому что какой шанс был того, что мистификация Владимира Вавилова вскроется, да небольшой. Это вот сегодня интернет, все записи можно там из любой точки мира исследовать, там библиотеки, ватиканские ноты, все возможные можно исследовать, и можно сопоставлять, и вдруг обнаружили, оказывается, да не было таких произведений, оказывается, Вавилов это сам написал, а ведь могли бы так никогда и не узнать. И у таких людей, как Владимир Вавилов, людей такого качества, такой породы, как правило, никто о них не знает. Никто о них не знает. И то, что Сиксто Родригес вдруг оказалось там, он стал известным спустя несколько десятилетий, да? Опять-таки, потому что каким-то образом его диски оказались там в ЮАР. А возьмем другую ситуацию, другой музыкант. Его диски не оказались в ЮАРе. Он остался неизвестным. Но, возможно, его песня чью-то жизнь изменила. Но никто об этом не узнал, это не было шумно. Кому-то помогла восстановиться его песня. Что это? Менее значимо получается. Поэтому такие люди, о которых мы случайно узнали, Вавилов, Родригес, для меня вот это примеры. Вот мои герои, на кого я лично хочу быть похожим. Люди миссии. Люди не шума. Люди не криков. Люди не помпы. А такие люди, которые, говоря словами апостола, все делают без тщеславия и любопрения. Стараются ради людей. Служат им. Потому что, драгоценные, как бы ты ни прославился, все равно
со временем любая слава сходит на нет и тонет в море забвения. Как говорил Экклезиаст, нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, кто будет после. Забудутся все имена, известные, неизвестные, раскрученные, нераскрученные, распиаренные, нераспиаренные. Все забывается. Имеет ли значение так стараться ради своей земной клички? Временной. Потому что то новое имя, которое мы получим на белом камне, если пройдем все, преодолевши победим, оно будет зависеть, это новое имя, не от того, насколько мы тут были известны, а от того, насколько мы исполнили волю Божью. Поэтому, драгоценные, не переживайте. Я знаю, что многие переживают. Как-то я мало известен, как-то у меня это, как-то вот это, этого мало, и этих мало, и лайков мало, и просмотров. Делай свое дело, делай спокойно, делай свое дело. Я абсолютно убежден, что самые великие люди человечества неизвестные. Они просто спокойно, без шума делали свое дело. Неси свет окружающим тебя людям. Неси любовь, неси добро. На небе есть тот, кто видит настоящее и пишет это в памятной книге своей. Вот чье мнение важное. Все остальное – это просто шелуха, просто ерунда. Не переживайте об этом. Всех нас забудет через 10, через 50, через 100. После нашего ухода в вечность нас забудут. Ничего не останется. Дети уйдут в вечность, внуки уйдут в вечность. Многие ли помнят своего прадеда, апрапрадеда, апрапрапрадеда? Нет, мы не помним. В некоторых семьях какие-то есть легенды, но, как правило, никто не помнит. Так же будет и с нами. Но люди, которые вокруг нас, души, которые вокруг нас, вот это то вложение в них, которое имеет значение вечности. Не в земной славе, а в настоящей вечности. Это настоящее. Это стоящее. Давайте закроем глаза и склоним головы. Мы в начале года, весь первый месяц, весь январь, молимся на каждом собрании о планах, о мечтаниях. Поэтому приносите ваши планы, ваши мечтания в нашу коробку мечты, и мы будем вместе все молиться. Сегодня уже молились. Я вам скажу, когда я вспоминаю планы, которые я писал на 2020 год, то некоторые планы, связанные с какими-то внешними вещами, у меня совсем не исполнились. А другое связано с какими-то внутренними делами. Настолько исполнилось, что я даже и не ожидал год назад, когда писал об этом. Точно так же сейчас, когда мы планируем год. Конечно, 2020 год показал нам, что много может пойти вообще не по плану. Никто от этого не застрахован. Есть разный форс-мажор. Но мы, тем не менее, все равно должны планировать, должны к чему-то стремиться, должны куда-то идти. И вот весь вопрос, к чему же ты стремишься, куда же ты идешь, к чему? Какие твои планы, какие твои цели? Являются ли твои цели и планы более глубинными? Или более поверхностными, более внешними.
или нет. Мой вам совет. Оставьте внешнее Богу. Бог сам знает, как все это оформить. Стремитесь к настоящей глубине, к стоящим вещам. Исполнить свое призвание. Исполнить свою миссию. Исполнить волю Божью. Без всякого памятника. Нерукотворного, рукотворного. Как знаменитые строки Пушкина: «Что в имени тебе моем?» Вот так спроси себя: «А мне что в моем имени? Что в имени мне моем? Что в нем?» Это размышление над этим поможет тебе. Следовать за Христом весь этот Новый год. Всемогущий Бог, коснись моих братьев и сестер с самого первого собрания, Господь. Говори к нам. Спасибо тебе, Бог мой, за этот Новый год. Немало людей, которых мы знали, остались в прошлом году. Но ты дал нам благодать войти в Новый год. И я прошу тебя, чтобы это было не напрасно. Чтобы в этот Новый год мы могли еще больше исполнять призвание, еще больше совершать твою волю. Во имя Иисуса Христа благослови. 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 Мы знаем, что у тебя есть предназначение и для всей церкви, и для каждого из нас. И мы молим тебя на этом первом собрании, чтобы это предназначение было исполнено. Я молю тебя, чтобы мы исполнили твою волю и в нашей семейной жизни, и в нашей профессиональной деятельности, и в нашей церковной жизни, в нашем служении, во имя Иисуса Христа, чтобы мы исполнили твою волю. Исполнили твою волю. Исполнили твою волю. Аллилуйя. Есть столько всего, что ценится на земле, но что совершенно не ценно на небе. И наоборот, Боже, есть столько вещей ценных на небе, которыми пренебрегают на земле. И я молю тебя, Боже, благослови нас, чтобы мы ориентировались на небесные ценности. Божественную волю. Я молю, Господь, самых первых собраний Нового года, говори к нам на каждом служении, говори к нам лично, Господь, каждому моему брату, каждой сестре, говори к нам Твое Слово, чтобы оно касалось нас, меняло нас, преобразовывала нас.
Делай нас такими людьми, какими ты нас хочешь, желаешь видеть. Людьми высокого духа. Как Даниил. Слава тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Благослови, мой Бог, чтобы все, что мы делаем, все, что мы совершаем, мы это делали для того, чтобы было прославлено имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Его имя да будет возвеличено, да будет превозношено, да будет прославлено. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я молю, мой Бог, чтобы весь этот Новый год в нашей жизни был годом прославления имени Христа. Был годом возвеличивание имени Христа не только нашими словами, жизнями, делами, плодами. Да будешь ты, наш Господь и Бог, прославлен. Да святится имя Твое. Да святится имя Твое. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвование возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе. В сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь. Новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвование на осуществление уставной деятельности, любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8 912 22 333 02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия.